Мне бы хотелось кое-что вернуть. Конечно. Так. О, нет, чувак, ты не можешь это вернуть, потому что это что, кетчуп, что ли? Да, но есть бирка. Хорошо, полагаю, мы это примем. Мне бы хотелось также вернуть эти кроссовки. Хорошо. Боже мой, ладно, так дела не пойдут. Вы определенно в них ходили. Да, но на них есть бирка. Боже мой. Ладно, хорошо, понял, хорошо. Есть бирка, потрясно, оформлю. Мне бы хотелось также вернуть свитшот. А где остальное? Это просто кусок ткани. Да, но есть бирка. Да тут размер бирки больше самой одежды. Выглядит, будто вы просто прикрепили бирку к какому-то шматку ткани. Ну хорошо, мы примем, мы примем. Такова политика компании. Мне бы также хотелось вернуть трусы. У вас они с собой? Да, вот. Они буквально на вас надеты, мы не можем их принять. Но есть бирка. О, боже мой, да они воняют, и они потные. Значит что? С меня хватит! Больше никаких фразов! Я бы хотел вернуть этот кошелек. Че, вот это что ли? Ну смотри сюда, дружище! Я не вижу тут никаких бирок, так что давай до свидания! Проваливай отсюда! Стопы, че, мой кошелек что ли? Это мои документы! Ну-ка дай сюда! Сейчас же! Да, но здесь нет бирки!